Всем привет! С вами канал Tuggernaut Play, и это Мафия 3. Мы снова в игре, продолжаем проходить Мафию 3. Так, нам надо сейчас подъехать к яхт-клубу. Как называется? Ретрусе? Не Ретрусе. Так. Ну, я проходил в доме там в прошлой серии, там ничего такого пока мы не можем делать. Может, потом что-то добавить. Пока у нас вот эта тачка есть. Наш гараж-то это. Ну, это мы видели. Ничего не будем пока включать. У меня вот такой вопрос. А чё у нас зеркало заднего вида показывает? Ну, смотрите, вот на зеркало заднего вида. Что оно там изображает? Мне кажется, нифига не сходится. А, он сквозь стену фигачит. Да. Да, он стену вообще не замечает. Ладно, это мелочи. Поехали на задание. Мне вот нравится здесь погода, так вот тучи быстро двигаются, вот солнце то выходит, то заходит. Что-то прикольно сделано. Опа. Блядь, засмотрелся. Видите, то темно, то резко светло. Там на небе облака, солнце закрывают время от времени. Так, а я сейчас микрофон поправлю чуть. Так, нам надо было... А, поворот чуть не пропустил. Тачка прикольная. Мне вот эта тачка чем-то напоминает сериал «Сверхъестественное», есть кто смотрел. Он давно уже идет. Там у них вот как раз у Сэма Удина вот такая тачка. Ну, не знаю, может, не такая, но очень похожа на их машину. Прям копия. Оп, коп, коп. Копы мне ничего не делают, когда я вот так проезжаю. На красный, не красный. Ну, хотя это вроде бы сейчас нормально было. А зеленый что за значок? Таксофон что? Давайте посмотрим город вообще вот это, как он тут, что выглядит. А тут бензин кончается, как в старых частях. Заправлять там надо, нет? Или нихера? Раньше просто в старых частях мафии там бенза заканчивался, надо было на заправку заправлять бензином. Походу этого такого нет, что здесь. Я не вижу шкалу бак, где там заполняется, не показывает. Может, он мигать будет, когда надо будет заправить. О-о-о, тихо-тихо. Как вот, а вот. Послушаем, что за песня вообще на радио играет. Вот, заправку, сейчас попробуем заправиться. А нет, нифига. Он даже не хочет заправлять. Вот я обратно поехал. Ничего за песня еще есть. Ай-яй-яй-яй-яй. О-хо-хо.
Что-то тут не особо большой выбор таких. Радио. Настала пора перемен, поговорите с охранником. The fuck you doing up here? Help goes into the back. I'm here to see Mr. Marcano. Мистер Маркано, меня зовут Линкольн. The name's Lincoln Clay. That a fact? Вот the goddamn. Будь я проклят. Mind your manners while you're in there, boy. Or there'll be hell to pay you here. Он нас посчитал за прислугу. Нифига там тачки, смотрите какие. Этот не со старых частей, что-то знакомая рожа у него это. Вита. Thank you.
А, нифига, с того момента, где остались. В самом начале. Тут, кстати, похоже начало игры, что в GTA 5, что, блять, мафии. Мафия у GTA 5 слезала, что. У них тоже вначале банк был, потом. Уже история пошла. Банк тоже вначале, у них тоже такая же хрень. Так, режим информации. Используйте режим информации, чтобы следить за врагами, которых уже заметили. Также режим информации открывает расположенные поблизости цели, окруженные шкафы и аптечки. Режим информации нажать. О. Охранники, блядь. Yeah, we good. Where's Danny? He's pushing everything off the side so that we have room to catch the money. Alright, well, way up here, we start dropping it down. We'll make it quick. Так, что нам делать надо? Motherfuckers killed the lights. Just worry about the money. I'll deal with this. Давай. No sign here. Let's check over there. Так, свет вырубили, да? Так, нам их обязательно прикончить надо, или? Так, раз, два, три. Оп. Так, один спалился, вижу. Когда пулеметом он в прицеле очень медленно поворачивается. Давай быстрее, закидывай. Смена укрытия, смена укрытия. Уклоните левый стик в сторону расположенного поблизости укрытия. Затем нажмите X. Обойти укрытие на краю укрытия. Нажмите в сторону глаза, затем удержите. Ага. Вы тяжело ранены, у вас мало здоровья, займите укрытие, пока не восстановите здоровье, или вкалите адреналин, укрыться, нажмите X, включите адреналин. Вкалите адреналин, держите крестовину вверх. Дозу адреналина используйте, дозу адреналина, чтобы полностью восстановить здоровье. Адреналин можно найти в аптечках по всему городу или купить у продавца с оружием. Looking for cover!
prospect. Look for cover. I am itching to kill something. Блять, заряд. Я патрушки соберу все. God damn it, those guards will cut us down the second we make a break for it. Tell Danny he needs to get us out of here. Hey, these bastards got us pinned down. Y'all need to figure something out. I got some TNT. I'll put on outside the hole and detonate it. What the fuck is that gonna accomplish? Any luck, it'll blow a hole big enough for y'all to drop down. But any luck, Danny, do you even know what the fuck you're doing? Come on, it's dynamite. How complicated could it be? It's lit. Get the fuck away from the hole. Ни хера они бомбанули. Тут в итоге все хранилище упало, да, вниз? Ай, бля. Бабки, бабки, заберите.
Is everyone in? We need to go. We're all here. Go. Hurry. Guards coming down through the hall. Fuck, more guards. Let's get the fuck out of here. Reloaded. This motherfucker's ghost cutting off our escape route. We'll find another way out of here. This tunnel has to go somewhere. А вот на катере прикольно. Ну что-то там никого не видно. Сколько нам так ехать? Here they come! Take that, you fucking pigs! Some bitch got me! Oh, that's fucking hurt! I'll send you back to wherever you came Keep from! Keep going! Don't slow down! Your mother's asshole! God damn it, I'm shot! Yep, 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 yep! Eat shit, you motherfuckers! God damn it, you see the same trash like you! Воу. Бля, сейчас да выпендрил, сейчас горим нахуй. Немножко осталось, давай, доехать надо, давай, давай. Блять, мы все сдохнем. Воу. Нихера не. Что-то я не вижу, чтобы они там кучу бабла взяли. А где у них в сумке вообще? Раз сумка, два. Ну у того две сумки. Четыре сумки. Сейчас вот тому ногу придавил, да? Нифига. Че, они оторвались от погони, что ли? Там сейчас опять будут преследовать нас. Сейчас глянем. А, мы сейчас дальше играть сами будем, да? Найти телефон, автомат. No, actually, you get a look at her titties? I mean, god damn! Damn it, shut your mouth before you get us arrested. Stop, god damn it, stop! Fuck you, pig! Hey, man, get off the phone. Right fucking now. I will not be treated in such a manner. Так, мне надо звонить, а как звонить? А, во. Yo, keep an eye out. We're some deep shit and need your help. Where are you? Just off the parade route. Danny's hurt. I can't get a car to you because the roads are closed off. Listen, there's a grocery store on the backside of the cemetery. Yeah. There'll be a car waiting at the loading dock. And Lincoln, be careful, yeah? You and Ellie's boat. We will.
Так, нам надо сейчас закладочек вот эти, да? Дойти до машины. А, дойти до машины для побега. Sammy's having a car delivered. It'll be at the loading dock at the grocery store. God bless the old man. Let's go. Так, я понял, он туда, да, надо идти нам? Блять. Ну, если здесь что-то будет происходить, мы все равно так и так нарвемся на них. По сюжету. По-любому нас, наверное, так просто так, я думаю, не отпустят. Фига, что за ромашка, блядь. Так, вот он, продуктовый магазин. Да это бар, а не... Не, это не то, нам еще дальше. Watch it. Watch where you're going. Fuck, you hear that? We made the news. Shut the fuck up, Georgie, we need to keep moving. Работает. А это что такое? Что за хрень? Обдолбались, что ли? Опа. Копы, блядь. Так, там про нас говорят, да? Fuck, they found the boat. Stay cool, man. We're still good. Так, я так понял, нам надо как-то копов избегать. There's something wrong with that boy. Clumsy fool. My friend here can't handle his booze. Do not fucking move. Там копы кого-то пинают. Тихо. Так. Мне сейчас всех завалить надо. А, сейчас с ними воевать, да, буду? Красная зона, вы находитесь в красной полицейской зоне. Копы сначала стреляют, потом задают вопросы. Так, да. Полицейский погоня. Чтобы скрыться от погони, покиньте мерцающую зону полицейской активности или спрячьтесь. Ёпты. Да и блять. А куда мне надо было бежать-то? Блять. Так, мне надо сейчас от них свалить всех, да, скрыться как можно дальше. Так. Да блять, тут все закрыто.
блядь, мне бы тачку найти. Ах, хер, да? Так, и как мне пройти сквозь этих? Так, а вот и кладбище, да? Responding unit. Visual contact with suspect lost. Голубые зоны. Теперь вы в голубой полицейской зоне. Голубая полицейская зона показала, показана вашей миникарте. Чтобы выбраться из голубой зоны, используйте секретность и привлекайте внимание полиции. Опаньки. Блядь, а куда идти-то? Gotta be somewhere. Let's just keep looking. All units, search is called off. Repeat, abandoned search. Return to patrol. Спрячьте оружие. Фу. Свалил. Where's Georgie? We got separated. Before we lost sight of him, he said he'd meet us back at the house. Get in! А. Что за тарантайка? Здорово, чуваки. Да не стреляйте, вы мудаки. Так, сейчас нам надо скрыть, да? Нифига ее заносит. Гони, 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 гони. Тарантас. Все, свалили, что ли? We managed to get out of this. I'm sleeping on a bed of titties. I don't care what it fucking costs. Так, куда нам ехать? They gone? Yeah, yeah, man, they done. I knew we could pull it off. I knew it. We're rich, fuck! Типа все, что ли? Ограбили. Нифига, баблос. Сзади прыгает. На долю.
Что это они задумали? Что-то переглянулись они друг с другом. О. Охренеть. Офигеть. Охренеть, что творят козлы. Нихера. Вот это козлы. Как он еще выжил, ему прям же, считаю, в голову выстрелил. Охренеть. Фига, как он выжил-то её? Охренеть.
Охренеть. А я не понял, вот это что за чувак этот белый такой? Сослуживец его, ну что ли, или чё? Чё-то я его не помню, чтобы где-то в начале видел. Фух, ну что ж, интересно такая серия вышла, много здесь что произошло. Конечно, жаль семью его, но козлина все там перебили его. Но... Мы будем в следующей серии будем мстить за свою семью, за семью Линкольна. Что ж, на этом моменте я заканчиваю. Продолжим проходить эту игру в следующей серии. С вами был канал Тхагер Нау Плей. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения. Всем пока.